Вот, пришла в пагоду Лианхуа. Вот такой джекфрут. Но монахи, монахов пока нету. Настоятельницы тоже пока нет. Я подожду, покажу вам, как здесь красиво. Потому что обычно, когда мы разговариваем, я ничего, конечно, не снимаю. Очень красивая пагода. Огромное спасибо. Монахини так помогали. Сотням людей помогли. Детям молоко покупали. Всем яйца, рис там, и так далее. Вот рождественский день, 25 число. Я просто пройду по очень тихому переулку, где находится пагода Лианхуа. Детский сад пока не работает. Я покажу вам небо, цветы, убранство домиков. Это именно убранство. Это не просто цветочки. Это прям произведение ландшафтного искусства на нескольких квадратных метрах. Обязательно папайя, папайя, цветы. Вот такой переулок. Вон огромный араукариевый кедр вымахал около пагоды. Пройдем по переулку, посмотрим домики. Вот посерьезнее домик, большой дом. Это не домик, это целый дом. Есть кафе, но она сейчас закрыта. Но вы только посмотрите, какое убранство. Это сказка. Я в восторге. Это просто восторг. Умеют люди делать рай на нескольких квадратных метрах. Да, это настоящий рай. Закрыто, да? Ну да, закрыто. Вечером, наверное, откроется. И тихая музыка. Это блаженство какое-то. Ну да. Новый год, Рождество, елка. Лианы, велик, даже на крыше. Вон золотой ус растет, какой вымахал. Да, красиво. И солнце. Детский сад еще один, тоже пока закрыт. Идемте, покажу вам еще, что есть в этом переулке, рядом с пагодой Лианхуа. Видно, какой-то реабилитационный центр, вон инвалидные коляски стоят. У всех больных на празднике забирают обычно домой. Редко кто кого оставляют. Кому некуда вернуться, но сейчас центр закрыт. В таком похожем центре лечили одного россиянина, который попал в аварию. О, карамбола цветет. Вот вам 25 декабря, вот собирается расцветать карамбола. Звездочки такие. Видно, что дом бедный. Однако все равно все растет, цветет и даже такой бедный дом пытаются украсить изо всех сил. Да, что-то продают. Кофе продают. Черный по 7, с молоком по 8. Такое небо синее. Вот,
пойду ждать монахинь. Еще раз пройдем, может, мы что-то не заметили. Реабилитационный центр, пагода. Такая тихая жизнь, она проходит больше сегодня за забором. Рождество и Новый год здесь. Семейные праздники, тем более сейчас с этими ограничениями. А, это детский реабилитационный центр. Да, как же я забыла туда. Вот он. Детский, поэтому это не детский сад. Это реабилитационный центр для детишек. Да. Видно. И пагода Ленхо. Знаете, я здесь столько лет, а ощущение нереальности происходящего меня не покидало и не покидает. Говорила, говорю и повторю много раз, что Вьетнам совершенно удивительное и загадочное место на Земле, понять которое европейскому человеку почти нереально. Вот доставщик приехал, привез посылки, как положено, в маске. Маска, тапки, перчатки. Вызывает. Я цветок покажу. Вообще размеры какие-то астрономические. О, собака. Их тут много охранных голосистых собак. Ну вот, прошли с вами весь переулок. 25 декабря. Жара, пекло. Плюс 35, на солнце намного больше. Синее небо. Скорейшего открытия границ. Скорейшей возможности всем посетить удивительный Вьетнам. Без преувеличения. Он удивительный.